ходе отработки оперативной информации с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области, совместно с коллегами с Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, значит, задокументирован факт производства и розлива контрафактных моторных масел известных марок. В результате проведенных мероприятий установлено 3 цеха на территории города Тольятти, где непосредственно осуществлялось производство и розлив, а также дальнейшая реализация как на территории Самарской области, так и других регионов России. Также установлена типография, располагающаяся в городе Тольятти, где осуществлялась заготовка и изготовление этикеток, а также сопроводительной документации. В результате проведенных мероприятий установлены организаторы незаконной деятельности. В результате возбуждено дело, предусмотренное частью 3 статьей 180 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное использование товарного знака. Примерно один цех производил в сутки от 25 до 30 200-литровых бочек масла. Вот, то есть в ходе проведенных осмотров изъято более 400-200-литровых бочек уже с произведенным контрафактным маслом, а также более 190 кубовых емкостей с сырьем, так называемым, которое приобреталось в качестве сырья, использовалось дешевое российское масло, которое впоследствии продавалось уже как масло известных марок производителей. Работали как жители города Тольятти, так и жители стран ближнего зарубежья.